Хотел ответить на ваши вопросы. Я даже записал видео с трех камер. Раз, два, три по центру. Еще даже дом заснял там. Ну, вопросы такие разные. Почему там своей однокласснице не помог, обозвал ее бомжишкой? Хотя речь совсем о другом была. Далее там, чем докажешь, что опухоль вышла? О популярности, что тут уже популярность не та, вчера было, сегодня нету, и газеты не читают, и целебную кулинарию не смотрят, и в городе не узнают. Я так подумал, я уже на все эти видео, все эти, вернее, вопросы, уже на канале есть ответы те или иные. И хочу следующее сказать. Если вам этот канал интересен, и вы чувствуете пользу от моих книг, пожалуйста, заходите, книги читайте, что-то тут смотрите. Если не интересно, что сюда заходить? И это я уже тоже говорил. Вот, и у меня такой вопрос, что сейчас моих книг нету в продаже. Вот, а вот эти вот я книги выставил свои на своем сайте бесплатно. И вот означает ли это, что я хочу какой-то славы или популярности, которая исчезает, вот сделал так, что вот это все я выставил бесплатно? И такой еще вопрос. Ну, будем говорить, особенно те, которые читали вот книги Шелтона, Брега там и других авторов оздоровления. Мои книги хуже вот того, что вы прочитали. И их уже не стоит читать, использовать. А лучше, значит, по-прежнему вот, пользоваться теми книгами, которые продаются. Ну, вот такой вот вопрос, да? Ну, пожалуй, и все. А то слишком много в любом случае. Посетили в этом этим в конце весны очень много фантастических мест. Благодаря Геннадию Петровичу я в них побывала. Огромный привет ему передавай. Огромный просто. Я помню, скажи ему, что я помню, что он обещался приехать ко мне в гости. Я всегда его жду. Я всегда всех жду. В общем, я вас целую, обнимаю. Знаю, как вам сейчас там хорошо, потому что он прекрасный, замечательный, фантастический рассказчик. Придумщик, он, конечно, мега-супер человек, я его обожаю.